Лучи, что ты хочешь на Новый год? Я хочу шубку. Шубку? А у тебя же уже есть шубка. Ну, а я хочу какую-нибудь необычную. Например, съедобную. Съедобную? Ну, съедобной шубки я могу тебе предложить только из сельди. Но она будет у нас оригинальная, очень вкусная и красивая. Примерно как твоя. Ну, давай попробуем приготовить. Давай. Для этого нам понадобится отварная морковка, отварная свекла, отварная картошка, отварное яйцо, филе сельди, сыр и несколько наших ингредиентов секретных. Для начала вы почистите яйца, а я сниму филе с кожицы. Вы натрете на терке на большой свеклу, а я натру морковку. Раз, два, три, поехали. Поехали. Осталось яйцо сделать и картошечку отварную. Картошку я специально нарезал ее тонкими пластами, вот такими вот, чтобы она сварилась быстрее, чтобы сэкономить время. Она нарезается тоже маленьким кубиком, мы нарежем ее. Как будем резать нашу селедку? А как ты хочешь? Кубиками? Кубиками, рубиками. Ну давай будем резать кубиками. Так. Вначале мы нарезаем на пласты, ну а потом уже делаем, соответственно, кубики. Мы подготовили основные ингредиенты, теперь нам нужно выкладывать. Давайте начнем. Вы выкладываете слоями сюда наши ингредиенты. Мы делаем маленький, так скажем, новогодний спецэффект. Мы возьмем свекольный экстракт и прольем его по бокам нашей креманки, чтобы он стек. Далее берем, делаем тонкий слой майонезика. Давайте. Тоненько-тоненько, небольшое, это будет так маленькая пропиточка у нас. Далее мы добавим маленько лимонного сока для кислинки. Нам осталось взять рыбу, которую... Теперь мы переходим к украшению блюда. Да, да, теперь мы уже видели, мы вначале порезали рыбки, там не так сильно много, ну, не наешься особо. Мы возьмем, нарежем ее такими вот пластиками, нам нужна ложечка. Мы возьмем, откроем серединку и поставим туда кусочек нашей сельди. Наша шубка готова, можно ее примерять или попробовать. Я думаю, я не только ее примерю, я ее съем. Приятного аппетита!